Вопрос, присланный делегатом. Я слышал, что самый большой христианский храм находится где-то в Африке. Правда ли это? Знаете, отчасти правда. Потому что давайте теперь вот этот слайд включим, который сейчас появлялся. Вот. И эта история грустная и анекдотическая одновременно, потому что это столица западноафриканского государства Кот-д'Ивуар, не самого богатого, где ее такой, так сказать, как это, к сожалению, принято бывает, диктаторского свойства руководитель почему-то захотел превзойти собор Святого Петра и Нотр-Дам-де-ля-Пе, это у него называется, Святой Богоматери и Мира, собор, и его архитекторы, а это происходило буквально лет 30-35 назад, его архитекторы построили то, что считали копией собора Святого Петра, пытаясь превзойти его по размеру. При этом эта задача, она, так сказать, и давлела совершенно, да, потому что вот здесь в одном и том же масштабе, я специально на фотографии это показал, мы видим, что формально метров на 8, наверное, он выше, но это сделано путем какого-то вот такого усилия, и там огромный нелепый вот этот купол из современного тонкостенного железобетона, а сооружение, ну, мягко говоря, довольно странное, причем Папе Римскому даже было чрезвычайно неловко, и он согласился ехать его освещать, только при условии, что рядом же будет построена огромная больница. В итоге он заложил, так сказать, краеугольный камень этой больницы и уехал, и больше не приезжал, потому что больницу так и не построили. В итоге это такая совершенно дикая история, где 230 тысяч квадратных метров итальянского мрамора, огромное количество витражей, великолепно сделанных, и все это в таком диком и бессмысленном, и очень малохудожественном виде. Вот так, там еще один слайд есть, просто я в плане хочу показать. Да, это тоже в одном масштабе, и мы видим, ну, до какой степени, вот, к сожалению, бездарно и примитивно это сделано. Ну, вот, вот все, что я могу сказать по поводу того, этого так называемого самого большого христианского храма. Слушайте, ну я хочу только справедливости ради сказать, что я вот специально заглянул, посмотрел, вроде они все-таки больницу там через лет через 15 они ее все-таки построили. Нет, то если, там... если то, что там рядом, это не больница, это вилла для папы и для еще кого-то там. Поэтому, ну, может быть, достроили, я рад тогда. То, что у них был там какой-то чудовищный экономический кризис, это все было заморожено, прошло 15 лет, вроде что-то там в итоге построили. Но дело в том, что эта история обошлась им больше, чем в 300 миллионов долларов, что удвоило государственный долг этого прекрасного государства на тот момент. Ну, вы как раз, помните, приводили пример на тему, во что обошелся Риму этот самый большой собор. Что, ну, в итоге это пришло к реформации, привело к реформации, ну, церкви? Ну, вообще, да, я об этом скажу, если хотите. Дело в том, что ну, собор Святого Петра в Риме вследствие своей грандиозности и того, что он больше 100 лет строился, он привел тоже к очень большому финансовому кризису, который был одним из поводов к такому фандрайзингу, говоря современным языком, и торговле индульгенциями, что, в свою очередь, было одной из причин реформации, которая, так сказать, тогда состоялась. Ну, то есть, вот, архитектурное сооружение обходится дорого во всех отношениях.